В Алматинской области в этом году нет дефицита угля. На угольных тупиках и на складах региона хранится достаточно запасов. О точном количестве и о стоимости твердого топлива для потребителей смотрите в следующем сюжете. Наш корреспондент расскажет подробнее. Годовая потребность населения Алматинской области в угле составляет 714 тысяч тонн. На сегодняшний день на территорию региона доставлено более 50%. Сейчас твердое топливо продается на 57 угольных резервах и складах. На сегодняшний день доставлено 381 тысяча тонн угля. Темпы продаж замедляются. Многие закупили твердое топливо еще в первую волну. Для бесперебойного снабжения топливом все операторы заключили контракт с угольным месторождением. Хочу отметить, что контроль за снабжением населения углем находится под строгим наблюдением Акимата Алматинской области, который осуществляет ежедневный мониторинг поставок и запасов топлива. Жителям региона доступно несколько видов твердого топлива – Шубарколь, Харажра и Майкубе. По информации представителей ЖКХ, цена угля варьируется от 18,5 до 23 тысяч тенге. Для потребителей отдаленных населенных пунктов региона, не имеющих железнодорожных тупиков, уголь доставляется автомобильным транспортом. Однако стоимость твердого топлива в этих районах составляет от 30 до 35 тысяч тенге. Ну а тем временем для жителей областного центра сейчас работают два угольных тупика. Да, закупили по 20 тысяч. Дорого, ну а что теперь делать? И на этом спасибо. Приобрели твердое топливо по 20 500 тенге. Ну а что? Не мерзнуть же теперь. На сегодняшний день из более чем 370 населенных пунктов Алматинской области газифицировано 284. Поэтому из года в год наблюдается сокращение потребления угля. Жандос Назарбаев, Акбота Урал, КЗЖ, Дербек Нурбек, телерадиокомпания ЖТСУ, Алматинская область.